подтвердили информацию о возможном сокращении поставок электроэнергии. Компания Premier Energy заявила, что действительно получила письмо от Кочурганской ГРЭС, сообщившее о возможном снижении. Это произойдет, если «Молдовагаз» не придет к соглашению с российским «Газпромом» по поводу продления контракта до 10 октября. В компании Premier Energy говорят, что представители Кочурганской электростанции сослались на ограниченную пропускную способность. В то же время поставщик уверяет, что возможное сокращение поставок не приведет к перебоям в электроснабжении, поскольку система Молдовы взаимосвязана с украинской. При этом компания призывает потребителей рационально использовать энергоресурсы. В то же время и поставщик Red Nord был предупрежден ГРЭС о том, что может получать меньше электроэнергии. Это подтвердил административный директор компании Сергей Вестерничанов. Он пока не смог ответить, скажется ли это на потребителях. Отмечается, что в эти дни министр инфраструктуры регионального развития Андрей Спыну находится в Санкт-Петербурге, где проходит международный газовый форум. В его рамках состоятся и переговоры о продлении контракта между «Молдовагаз» и «Газпромом».